Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня буду готовить творожную запеканку с изюмом и ананасами. Для приготовления нам понадобится яйца, сахар, сливочное масло, манная крупа, мука, творог, цедра одного лимона, изюм, консервированные ананасы, сахарная пудра и соль. В миску разбиваем 3 яйца, добавляем 100 грамм сахара и взбиваем миксером. Когда масса станет более пышной и светлой, добавляем 100 грамм растопленного сливочного масла, 3 столовые ложки манной крупы и пол чайной ложки соли. Все вместе продолжаем взбивать с миксером. Далее добавляем цедру одного лимона. Затем добавляем 3 столовые ложки муки, 750 грамм творога и горсточку изюма. Перемешиваем миксером до получения однородной массы. Форму для выпекания нужно смазать сливочным маслом. Затем выливаем туда нашу творожную смесь. Разравниваем лопаткой, а сверху выкладываем кольца ананаса. Сверху присыпаем сахаром и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Готовую творожную запеканку немного остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Вот и все. У меня получилась очень вкусная и нежная творожная запеканка с ананасами. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал о вкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!